Всем привет, пользуюсь вот таким антигелем Lavr на 40-60 литров. У меня он стоит, я его беру в интернете, 160 рублей на 40-60 литров. Заправляю солярка за 38 рублей, кто знает. Производство у нас Кириш Автосервис. Евро 5, ну пиздеж, евро 4. И вот таким вот Сатан корректором, тоже где-то рублей 120-130, короче, плюс 300 рублей. Вот у меня на 2 бака вот такого Сатана хватает. Вот, ну а антигель, у нас минусов больших нету, я его как смазку просто решил попробовать. Вот, немножко там еще вылил в 5-литровую бутылочку, немножко солярки. Холодильник поставлю, посмотрю, сколько он у нас замораживается, эта солярка, хорошая, плохая. Вот так вот, короче, экономия против 48 рублей на заправке. Рекомендую вот эту продукцию Lavr, я ей пользуюсь уже практически в течение года, поэтому смотрите сами, это не реклама, это собственный опыт. Вот. Кто знает, пожалуйста, применяйте. Ну, я думаю, что вот все-таки вот это вот от того топлива, которое действительно мы непонятно на каких заправках заправляемся, вот эта хрень вполне возможно спасает. Сатан корректор Lavr. Все, всем пока. Звоните, пишите, узнавайте, интересуйтесь.